сегодня поздравляем всех взятых. Призываем всех ребят правила движения выполнять без исключения. Отряды юных инспекторов дорожного движения существуют с 1973 года. И они все так же популярны у подрастающей молодежи. Ведь это честь помогать сотрудникам полиции в их нелегком труде. Они помогают госавтоинспекции в профилактике безопасности дорожного движения. Они основную работу проводят с детьми, в школах, где эти отряды созданы. Ну, то есть точно так же они сами проводят рейды. И мы с ними вместе участвуем в рейдах на дорогах. В Канске и Канском районе создано 20 отрядов ЮИД, в которых состоят больше 300 ребят. Так же, как и сотрудники госавтоинспекции, вступая в отряд, школьники дают клятву, с достоинством носят форму и пропагандируют безопасное поведение на дороге. Ну, мы в первом классе объясняли дорожное движение, и вот, что мы выступаем, нас взяли в ЮИД. Я вступила, чтобы стремиться помогать, получается, школьникам, объяснять, как это важно соблюдать правила дорожного движения. Мы, получается, рассказываем в нашей школе, как безопасно перейти дорогу, как соблюдать правила дорожного движения, то, что это важно. Ежегодно юные инспекторы участвуют в муниципальных и краевых конкурсах, таких как «Безопасное колесо» и «Знатоки правил дорожного движения», где доказывают, что они достойны носить гордое звание «ЮИДовец». Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал.